Друзья, всем привет! Я сейчас занимаюсь пересадкой саженцев. Хочу с вами поделиться своим опытом, как я это делаю. Все знаем, что у ореха очень мощная корневая система. Ну, может для кого-то ничего нового не скажу. Ну, для меня это было как бы открытие. Немало я уже пересаживал деревьев, особенно орехов. Это у меня саженцы. Ну, на этом месте я их тут садил. Из ореха высаживал. И они уже несколько лет здесь. И мы все знаем, что у них очень мощный центральный корень. Его нелегко выкопать. Я сейчас приспособился. Вот мне понадобится нам лопата обычная и пилочка садовая. И сейчас я вам продемонстрирую, как это делаю я. По кругу еще так все, а центральный проводник мощный, глубокий. Я сейчас взял пилочку. Обкопаем этот орех. И потом пилочкой под низ. В общем, выпилим. Тут уже укоренились уже хорошенько. По кругу мы вот эти отрежем корни. Думал, с комом земли, но земля здесь сильно рыхлая. Все, она обсыпается. Так вот, мы подкопаемся сейчас. И такой вот пилочкой будем искать, где же там центральный проводник. Ну, по-моему, я его нашел. Уже. Все. Красочка, отойди. Вот мы его отпилили. И орех наш. Вот. Вот такой красивый корень. Если без пилочки, это очень сложно, потому что он очень глубоко идет в землю. Вон, видите, какой он уже толстющий. Вот таким образом мне надо копать. А за сколько там? 21 дерево, да, вроде? Ну вот примерно вот так вот я углубился. И сейчас буду с помощью пилочки нащупывать центральный корень, проводник. И подпилю его. Может кто-то скажет, что это сложно, надо выкопать дерево, лопатой можно подрубить. Ну и может соглашусь, если надо выкопать одно-два дерева. А если 30-40 деревьев или больше, то это что-то значит. И не так легко этот корень, если он толще, чем палец уже. Не так легко его там в земле перерубить лопатой, потому что оно все засыпается. Ну кто в курсе, думаю, меня поймут. Вот такой вот корень. Я их пока все выкопаю, то на воздухе не оставляю. Вот в таком положении оставляю их. И следующий выкапываю, землей присыпаю, чтобы корни не высыхали. Потому что не могу смотреть, когда на базаре, например, стоят деревья с обнаженными корнями. Целый день. И не один день на улице. Потом покупатели ходят, ну кто купит, ходят по базару, скупаются и носят его в руке вместо трости. И потом еще хотят, чтобы он хорошо прижился. А так они у меня вот присыпаны землей, когда я уже буду их непосредственно высаживать. Просто взял и вытащил их. И корни не пересохшие. Ну, я думаю, кто выкапывал деревья, тот оценит мой метод. Ну, всем удачи в садоводничестве.